Разрешение на передвижение граждан в Азербайджане проверяются примерно на 50 стационарных постах, организованных в столице. По данным Главного управления государственной дорожной полиции, за период особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 31 516 участников дорожного движения. Только за последний день было выявлено 1874 случая нарушения режима. Особый карантинный режим продлен до 4 мая. Несомненно, важная и точная работа по контролю за соблюдением этого режима будет продолжена нашими сотрудниками. Уменьшение числа нарушений, а также сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом загруженность дорог свидетельствует о том, что наблюдается снижение потока автотранспорта. Водители должны иметь при себе разрешение на выход из дома. Это может быть пропуск с работы, либо соответствующее СМС-сообщение. Сотрудники дорожной полиции также проверяют наличие разрешений в базе данных через планшет. Чтобы проверка заняла минимум времени, автовладельцам рекомендуется подготовить документы для предъявления по мере приближения к контрольно-пропускным пунктам. Медина Гурбанова, Наиля Гасанова, CBC.